Вот обратите внимание, как выглядит втапливание предварительно выведенной из-под системы сетки со стороны. Перед тем, как приклеить пенополистирол на клепену на фасад каркасного дома, при помощи степлера была зафиксирована фасадная сетка 5x5, 165 грамм на метр квадратный. В данном случае это Bautex Eurofasad 2000. Дальше мы приклеили на клепену Церезита 184 сетку и продолжили работы. Сейчас ребята занимаются выведением сетки. То есть они втапливают выведенную сетку, обрабатывают нижний торец. Это место будущего примыкания пенополистирольной системы фасада к системе отделки цоколя. Цоколь будет оклеен экструдированным пенополистиролом и обработан точно по такой же технологии. Экструдер, разумеется, будет зашкурен ножовкой. Вот видите, как это в работе. Человек наносит клей на нижний торец. Срежь пенку у тебя там. Снизу вышло чуть-чуть. Загляни под лист. Мирюш, ну ждай. Да нормально, нормально там все. Не мешает. Натянется. Ладно, все. Обратите внимание, здесь уже эта работа закончена. Здесь точно так же была выведена снизу сетка, втоплена, потом нанесли клей, втопили панцирную сетку 340 грамм на метр квадратный и через сетку установили дюбеля. Это прижимные втулки с оцинкованными либо анодированными саморезами. Вот как они выглядят на фасаде. Ребята сейчас здесь втапливают сетку. Вот эту сетку, кстати, обрежь, что она у тебя болтается, фасадка. Вот это? Да, просто обрежь, и все, она не нужна. Она мешает. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.